В Краснодарском крае спецслужбы предотвратили теракт. Об этом стало известно сегодня. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, арестован мужчина по фамилии Ферзалиев, который работал помощником машиниста поезда и планировал заложить самодельное взрывное устройство в одну из электричек. В этом он признался сам. После совершения теракта он собирался сразу уехать в Сирию и вступить там в ряды запрещенной в России организации «Исламское государство». Спецслужбы вышли на молодого человека через интернет. По данным ФСБ, в одной из социальных сетей Ферзалиев администрировал группу, где размещал материалы оправдывающие террористов. Через интернет, в том числе, он общался и с боевиками ИГИЛ. Сообщается, что инструкцию с подробным описанием того, как самому изготовить бомбу, Ферзалиев получил как раз у одного из участников группировки ИГИЛ в Сирии. Этот случай задержания экстремистов на территории России не единичный. Буквально на минувшей неделе в результате спецоперации в центре столицы была задержана целая группировка, которая готовила теракт в общественном транспорте. Участников банды тогда изъяли готовую бомбу и компоненты для еще нескольких.